Завтра в Чебоксарах откроется совместная с японской компанией Fujikura Automotive Europa производство многожильных кабелей для автомобилей Volkswagen. Этот инвестиционный проект имеет особое значение для экономики республики. Поэтому ход его реализации находился в зоне особого внимания главы Чувашии Михаила Игнатьева. Компания Fujikura Automotive – один из производителей волоконно-оптического электротехнического оборудования сварочных аппаратов. Годовой оборот – более 200 миллиардов рублей. Чувашия стала первым регионом в России, в который компания вложила такие большие инвестиции. Международные отношения Японии и Чувашии развиваются давно и успешно. В декабре 2010 года Михаил Игнатьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Российской Федерации. На встрече обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в сфере бизнеса. А спустя два года, в декабре 2012-го, Михаил Игнатьев принял участие в праздновании дня рождения императора Японии Акихито, которое организовало японское посольство в Москве. О том, что в Чувашии появится совместное предприятие, стало известно в апреле 2013 года. Тогда глава республики принял участие в японо-российском форуме «Поиск возможностей для более широкого сотрудничества». У наших народов есть похожие пословицы. Кто ест из одного котелка, становится ближе и роднее. Михаил Игнатьев и премьер-министр Японии Синдзо Абе обсудили перспективы сотрудничества и реализации совместных проектов на территории Чувашии. Итогом данных переговоров стало подписание соглашения в декабре 2014 года о реализации проекта размещения производства кабелей для автомобилей в Чебоксарах. Мы три года изучали различные варианты. Присматривались к Ульяновской области, Калуге, Московской области. Решение в пользу Чувашии было принято благодаря поддержке властей региона. Открытие совместного производства японской компании Fujikura Automotive Europe на территории Чувашии стало свидетельством эффективности работы органов власти по привлечению в республике иностранного капитала. Объем инвестиций в реализацию проекта Fujikura Automotive составил более 260 миллионов рублей. На предприятии планируется создать до 400 рабочих мест. Многие сотрудники прошли обучение в европейских филиалах компании Fujikura.